Салли, а ты знала, что искусство, оно лечит души человеческие? Конечно же, я знала, что не только, я думаю, рисование, но и музыка может излечить. Абсолютно верно. И вот такой сеанс музыкальной терапии пройдет в Алупкинском музее-заповеднике. Там выступит Белгородский оркестр народных инструментов. Да, стоит отметить, что под предводительством главного дирижера, заслуженного работника культуры Российской Федерации Евгения Олешникова, они впервые дадут концерт у нас в Крыму и даже более скажу, в Алупкинском музее-заповеднике, который послужит им декорациями. И это все пройдет 10 августа, то есть уже достаточно скоро, поэтому надо скоро планировать. Спешите, если решитесь на это мероприятие посетить. Нужно сказать, что будут солисты, будут уникальные музыкальные инструменты, а в программу войдет музыка народов необъятной нашей родины России. Поэтому всех милости просим на это мероприятие. Ну, терапия, как я сказал, бывает и не только музыкальная, еще и другие виды искусств лечат душу человеческую. Как это происходит, разобралась наш корреспондент и вам, дорогие друзья, прямо сейчас доложит. Горькие микстуры, неприятные процедуры и уколы. Для маленьких пациентов Республиканской детской клинической больницы такие испытания – обыденность. С друзьями тут не увидишься, да и раздолье для игр не сравнится с площадкой во дворе. Но получить позитивные эмоции можно даже в палате. Это очень интересная и необычная зарядка. Я вам покажу, для чего она нужна. Вставайте, вставайте. Мастер-классы по арт-терапии проходят 3 раза в неделю. Вне зависимости от отделения больницы все начинается с разминки. Для детишек из психоневрологического комплекса упражнений расширенный. Разогреть, размять руки этим ребятам сложнее, а ведь без должной подготовки им не справиться со следующими заданиями. А теперь настала пора переходить к самой главной и самой интересной части мероприятия – к рисованию. Среди предложенных трафаретов здесь имеются лягушки, бабочки, медвежата. Ну а я решил остановиться на черепахе. Самое интересное, что делать это нужно сразу одновременно 2 руками. Именно так развивается координация движений. Светлана, что скажете, у меня получается? Ну, это не так просто, как кажется. У детей получается лучше намного. Помимо фломастеров, дети практикуются в рисовании красками и карандашами. Интересно, что такие занятия стимулируют не только работу конечностей, но и умственный прогресс. Ведь развитие мелкой моторики напрямую связано с мозговой активностью. Арт-терапия помогает детям лучше запоминать буквы и мыслить образно. У меня все получилось, у меня все рисовалось. Первое занятие арт-терапией прошло здесь всего несколько недель назад, но уже тогда симферопольские активисты поняли, это не они дарят добро детям, это взаимный обмен позитивными эмоциями. Я когда вижу детские улыбки, я прям внутри улыбаюсь, у меня широченная улыбка внутри, то есть я это чувствую, и я потом в дальнейшем я хочу эту энергию дарить окружающим людям, в мир выносить ее. Поделки из бумаги, плетение бисером и лепка из пластилина. Занятия всегда не похожи на предыдущие. Врачи поддерживают начинание и всегда принимают участие в арт-терапии. Волонтеры, дети и медики становятся членами команды, объединенной одной целью. Дети отвлекаются. Это во-первых. Во-вторых, хороший психосоматический фон – залог удачного лечения. Чужих детей не бывает, убеждены симферопольские волонтеры. В будущем они планируют проводить такие мастер-классы и в других больницах столицы полуострова. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня.